Знаешь, что подарить своему мужчине? Подари ему абонемент в жопу. Ну, чаечка. Ну, чаечка, всех переплюнула. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Кто давно на канале есть, тот знает, что такого еще не было. Да, абонемент в жопу. Вы представляете, то есть, тебе на там, ну там, на ДРЭ, там, на какой-то праздник, или просто там по случаю своей симпатии тебе дарит такой абонемент, да, допустим, там среда, пятница, там, я не знаю, там, там суббота, допустим, ну, к примеру, да, допустим, там, с 3, там, с 13 до 15 вход бесплатный. Ну, представляете, да? Абонемент в жопу, ребят. Это что, это изумительно, а? Не, чаечка, я думаю, не, как этот, скажите, как, допустим, какая-то такая интимная игра, почему бы и нет, да, вот почему бы и не так поиграть, в принципе, даже, может быть, где-нибудь там завело бы так, да, вот, ну, кому нравится такой вид кекса, да, вот, ну, в принципе, можно не только в жопу абонемент, можно и в рот подарить абонемент, можно и в передницу подарить абонемент, хоть под мышку, какая разница, да, ну, главное, фантазия же.